1945 году, в апреле, когда войска еще штурмовали Берлин, а страна была истощена кровопролитной войной, в России зарождалась онкослужба. Этот процесс возглавлял академик Александр Иванович Савицкий. Сегодня, спустя 75 лет, мы учимся жить в условиях непрекращающейся пандемии. Нам необходимо проанализировать сделанное за эти два года и собраться с силами, чтобы двигаться дальше. Мир уже не будет прежним. Через 5, 10, 75 лет онкологи будут оглядываться на то, что мы сделали сегодня. Сделали вместе. Российская онкослужба сегодня – это высокий профессионализм трудовых коллективов, слаженность действий в диагностике и лечении, современные методы лучевой диагностики широкого списка заболеваний. Премия Александра Ивановича Савицкого утверждена в трудное время. Вот посмотрите, сейчас идет пандемическая история, которая продемонстрировала, собственно, силу и мощь онкологической помощи Российской Федерации. Я должен сказать, что из огромного количества, это более 35 тысяч онкологических коек, не была не закрыта ни одна. И тут нужно сказать, что поддержка Михаила Альбертовича и правительства нашей страны как раз позволила сохранить эту службу. Но служба без людей и без того, чтобы отметить их подвиг, невозможно. Поэтому нужно, конечно, поддержать и медиков, и не медиков, которые участвовали, врачей, медсестер, санитарок, людей, которые просто даже приносили продукты, буфетчиц, людей, которые очень много потратили сил, энергии, а многие и здоровья, оказывая онкологическую помощь в создавшихся условиях. Я должен сказать, что мы гордимся онкологической службой, и именно премия Александра Ивановича Савицкого, помимо наград, которые, кстати, для нас были придуманы отдельно страной, это орден Пирогова и медаль Святого Луки, тем не менее, вот такая еще премия от онкологического сообщества, от профессионального сообщества, позволит поддержать всех людей, которые занимаются онкологией, в создавшихся сложных пандемических условиях. Мы, конечно, выстоим и победим, и люди будут отмечены этой премией. Сегодня в рамках итоговой сессии АОР будут обнародованы имена победителей, первых лауреатов премии имени академика Александра Ивановича Савицкого. Тяжелый год для всех нас. Тревога за родных и близких, за наших пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями и имеющих высокий риск инфицирования ковидом. Карантин, изоляция, депрессия. Вот почему так нужен праздник всем нам. Поэтому инициатива Ассоциации онкологов России о премии имени академика Савицкого практикующим онкологам и может быть таким праздником. И одновременно нашей благодарностью коллегам, выполняющим свой трудный профессиональный долг в этих условиях. Мы с вами. До встречи и берегите себя.